Нино Ненидзе рассказала об отношениях с Максимом Виторганом. Актриса призналась, что не стремится выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Влюбленные вначале скрывали свой роман, но теперь они все чаще публикуют совместные снимки в соцсетях. В связи с этим к Нино оказалось приковано внимание общественности. Бывшая жена актера и режиссера Кирилла Плетнева уверяет, что популярность не изменила ее. «Не люблю разговаривать о личной жизни и не считаю себя частью шоу-бизнеса. Я до сих пор езжу на метро, хожу в обычной одежде. Не считаю себя какой-то узнаваемой персоной», — заявила Ненидзе. Она росла в звездной среде. Ее мама Ия Ненидзе, звезда фильма «Небесные ласточки», одна из самых известных грузинских актрис. «Меня сложно удивить вниманием, вспышками фотокамер, поскольку я выросла в этой среде. Просто сейчас расширилась...»